Ну и к тому же, сегодня в гостях у нас продюсер, шоумен, бывший баскетболист и просто интересный человек и, как это сказать, человек пена, настоящий человек пена, и мы обязательно расскажем, почему, Кирилл Слепуха. Кирилл, здорово, привет, рады тебя видеть у нас на арене. Салют всем. Всем здравствуйте. В каком настроении у тебя сегодня? Рассказывай. Настроение отличное. Так совпало, что меня пригласили сегодня к вам на интервью в то время, когда ЦСКА встречается с командой моего товарища Захара Ведищева. И я вдвойне с удовольствием принял это приглашение. Вообще, я и с тобой... я еще не знал, что ты будешь у меня брать интервью. То есть это еще втройне увеличило, улучшило мое настроение. Короче, я рад. Столько приятных совпадений вообще. И сейчас мы приятно пообщаемся, потом посмотрю баскетбол. Потом дальше... Классный баскетбол. Потом я еду на матч моей баскетбольной команды «Пена» уже как тренер выступать. Короче, сегодня такой баскетбольный день, чему я очень рад. Раньше был профессиональным баскетболистом, который играл не где-то там, а в пермском Урал-Грейте. Кирилл, вот про эту часть своего пути расскажи нам чуть-чуть, как это получилось? Да, чтобы немножечко так... к реалиям вернуться, то есть это был Урал Грейт Юниор, то есть это не тот основной Урал Грейт, который еще выигрывал в 2003-2004 годах чемпионат России, это Урал Грейт Юниор. Это первая команда профессиональная, после в которую меня пригласил как раз таки Андрей Петрович Спиридонов, которого я здесь уже где-то видел и который, может быть, когда-то здесь уже скоро появится. В баскетбол уже возвращаться я не хотел. На те ограничения по дисциплине, по тренировкам уже я был, да, готов. Почему-то не хотел. Хотел, я прям увлекся всей этой историей. И, конечно же, я сразу же выбрал музыку. Вот вопрос, почему сразу музыка? Потому что это всегда было моей мечтой. Я всегда играл в диджеев, я всегда там на сборах включал в плеер колонки, всегда играл в фейсеров, что пропускал людей в клуб, потом в диджеев, переключал треки, что-то имитировал. Это всегда мне нравилось. Плюс я люблю быть в центре внимания, а когда ты диджей, ты всегда в центре внимания, и ты руководишь процессом. Это тоже я люблю. Ты руководишь энергетикой, в целом, я считаю. Всегда интересно с тобой пообщаться, потому что человек с такой многогранной натурой, это всегда желанный гость на наших студиях. Спасибо Кириллу. Евгений Кисурин, Андрей Спиридонов, легенда ЦСКА. Ну и прямо сейчас мы затронем одну очень важную тему, но для начала. В каком настроении вы к нам пришли? Какие у вас настроения на этот матч? Это последний матч регулярки сегодня. Играем против Локо. Кто возьмет первый ответ? С праздничным. Праздник. Для нас вообще вдвойне, да. Праздник вдвойне в таком зале шикарном. Последний матч регулярки. Евгений, что скажете вы? Для вас, как для агента. Я пришел в не очень хорошем настроении, но оно поднимается с каждой минутой. Это дождь? Дождь всему виной? Да. Но главнее всего, как говорится, погода в доме. Ну а сегодня она у нас будет великолепна, это безусловно. Друзья, честно признаюсь, почитайте об этом. Шокирующее, сама по себе. За день до игры на тренировке большинству игроков ЦСКА становится плохо. Это судороги, это головные боли, галлюцинации. Ваши первые вот эмоции после того, как вы узнали, что что-то явно идет не так. Ожидалось ли этой ситуации это такого? Была первая ласточка, это Моргунов у нас на тренировке начал жаловаться на плохое самочувствие, и у него пошли судороги. Вот, это первое впечатление, но никто не придавал значения, что это что-то было отравление. Ну а когда уже ребята начали жаловаться на следующий день и попали в госпиталь, но это уже, конечно, навело на мысль, что здесь что-то не так. Но об этом уже скоро выходит экранизация. При этом ситуация получала освещение в на спортивном телевидении. Был документальный фильм, но сейчас будет фильм полноценный, который так и называется «Отравленный матч». И в связи с этим интересный момент мы хотели бы уточнить. Связывались ли с вами создатели фильма для того, чтобы уточнить детали ваших персонажей, как что происходило? Вот об этом расскажите, Евгений. Ну, конечно, там это уже было года два назад. Мы читали сценарии, там варианты сценариев. Они с нами беседовали, узнавали подробности. И, мы об этом знаем, но нельзя разглашать детали до выхода фильма на экраны.
большое спасибо нашим легендам. Андрей Спиридонов, Евгений Кисурин, которые много лет отдали нашему клубу и позволили вновь окунуться нам в атмосферу тех лет. Андрей Альбертович Кайков, актер театра и кино. Здравствуйте, здравствуйте, Андрей Альбертович. Безумно приятно с вами познакомиться. Видим мы, что вы пришли в абсолютно правильных цветах. Красно-синий, самый сильный. Но при этом, ладно, прежде чем будем задавать вопросы, как у вас дела, как настроение? Вы впервые на этой арене или как? Нет, я здесь был. Я здесь был с момента открытия на этой. Да, я и на чемпионат мира по хоккею сюда ходил. То есть арена мне знакома. А именно в баскетбольном проявлении? В баскетбольном первый раз, к сожалению. Наталья Алексеевна Петрова, да. из Щепкинского училища. Да, ведущий вот педагог, один из лучших. Вы помните этот момент, как Наталья к вам подошла, сказала, что вам нужно поступать? А вы ответили, да, я пытаюсь. Как вчера это было, вот прям просто перед глазами стоит. Да, подошла Наталья Алексеевна, говорит, малыш, надо поступать. Я говорил, я пробовал, вы меня не взяли. Она говорит, приезжайте еще раз. Дала свой телефон, я очень благодарен ей за это, спасибо. Можно ли считать, что 6 кадров стали именно переломным моментом, что именно там вы обрели известность, популярность? Конечно, все благодаря 6 кадрам. Что вы говорили, что вы относились к этому, как будто бы, ну, это актерская халтурка, просто, изначально, не относились серьезно. Да, разумеется, изначально, да, никто не верил, что это во что-то выльется такое, ну не серьезно. Спортсмены на тренировках. Тренировок много, это мы зачтем как репетиции. Да. И потом спектакль, в котором постоянно меняется, ну скажем так, зритель в лице команды соперника. Можно ли такое сравнение провести? Вы знаете, мне кажется, спортсмены, они как бы, у них потруднее задача, потому что мы знаем, к чему мы идем, мы знаем, чем закончится, да? А они не знают. Но при этом эмоции же вам приходится переживать постоянно одни и те же. Ну, эмоции мы переживаем, да, но мы знаем все равно, к чему идет, а спортсмены... У них соперник есть. Они против него борются, а мы как-то... Ну и сейчас, насколько я помню, главную роль занимаете в «Женитьбе». Да. Сможете рассказать, когда будет этот спектакль, пригласить наших болельщиков к себе в гости? Мне будет приятно, если болельщики ЦСКА придут на спектакль в театр российской армии. Между прочим. Да. Хотя у нас там спартаковские есть болельщики, несколько, я их знаю. Ну ладно, бог с ним. Ну, ряды можно поделить, направо, налево. Да. Вот, но... Да, будет приятно, если они придут в театр российской армии на спектакль «Женитьба». Ну что, друзья, поблагодарим нашего гостя. Андрей Кайков сегодня был с нами. Спасибо вам большое, спасибо, что составили компанию. Будем рады видеть вас теперь в рядах армейских болельщиков, но уже на баскетболе. Очень хочется, да.